Да, вначале возьми и поставь около аэродрома. Если выбьют, Тимош тебе скажет. Тимош, и возьми, я наверное... Только свои могут выбить. Тимош, и возьми, наверное, работай этим 34-м, который с Х-38-ми этим. У него ракет, конечно, поменьше, но он хотя бы издалека работает. Принято. Парит. А потом уже можно будет поработать этим грачом ударным, когда ЛЦУшки будут. Потому что я уверен, что с самого начала их все равно не будет в достаточном количестве. Ты куда поедешь? Да я, наверное, в самый край туда, к полю. А ты тогда через лес. Хорошо. Так, а Диман-то у нас в основе куда идет? Пациент. Диман, возьми тогда вот это маленькое поле, но... через дорогу. Да, вот я ему как раз и хотел, то есть где вот этот... Сейчас я метку поставлю. Юра, возьми впадину там направо, если сможешь. Так, ребят, секунду. Ты направо со мной. Еще раз идти. Направо тебе идти, Санчес идет к краю туда, к школе, а тебе, получается, на холмы. Диман, по метке. И вот это, Юр, тоже. Я тебя понял. Тогда залог Диман, успеха за нами. В этой метке, да? Так, Диман, да, я сейчас поставлю метку, где должна быть шилка. Я вот поставил шилку уже. Нет, вот тут по метке поставь ее около аэродрома, вот здесь. Я, блядь, случайно стрелу взял. Ну и чё, нормально пойдет. Стрела беспилотники сбивает. Да, не смеши меня. Ты чё, сейчас полетит Рипер. И так, она... Диман сюда? Это НАТО, это не сюда. Да. То же самое, как у России не прилетит сюда орел. Нет, его есть ровно столько, сколько армат. По центру там. Еще один. Блять, тяги управления. Под какой орел? Боевой или разведывательный? А вон там же ударный. Так же есть. Так ударных мало, а разведывательных не хватает. Нет, орелов разведывательных пока, по-моему, тоже нет. Ой, как хорошо. Он один. Как я люблю первые российские танки. Чё, по тебе бьёт? А, я против Буды, отлично. Я знаю. Да ты серьёзно? Эклер бьёт не очень-то успешно. Да я его тормозил. Ты не можешь пробить, смотри. Право еще танк. В борт тебе зашел. Да раз, я ничего не сделал, я не могу. Я на гусе. А, ладно. Значит все. Здесь Зерк, кто еще второй? Из АКВ. Так, аккуратнее. Давите. Кто-то получил плюху по лбу. Так, миг возьму с нарами, попробуем им поработать. Пока не спешу, я так не играю. Я уже взял, во-первых, во-вторых, я попробую все. А вот так играю. Лаги, конечно. Вот здесь я повредил. Я пока еще туда не двигаюсь, а двигаюсь в школе. Да у меня пока спокойно. Ну и лаги, елки-палки. Вот этот, который порт ему бахнул. Если получится. А, ты его шоп? Ну, я его из гранатомета. Кстати, с этим ребятом сможешь помочь? Я бил. Да. Сейчас еще вон тот вот, который. Смотри там под массивью, да, вверх. Блин, подлог. Истребитель меня тебя теряешь. Понял. Да не, меня сейчас... ЗРК пока слева нет, предупреждаю, у меня с краю нет. Это я, есть, меня, короче. Я их не контролирую. Пока нет. Так он без этих, без... Истребитель ничего не стоит. Я думал, что я хотя бы пострелять могу по земле, но тоже нет. При таких лагах это вообще невозможно. Я тупо не могу навестись на этот боксер. Да, лаги хороши. Кто так лагает? Да все понемножку. Судя по всему, Динка. Надо вот эту штуку убрать. А, что там? А, там.
А, не, не танк, это боксер. Я сейчас собью. Димка, кстати, слева. Так, все, короче, сбили меня. А че, на чем ты был? На истребителе. А, истребитель сбили, это его. Я его нет. Зушка стоит, парня. Так что сейчас, ну, я не знаю, при таких лагах летать не получается. Так. Да, блин. Ты куда мне снаряд попал? Через точку будет ПТ. Ой, какое. Да ёбперный штыш. Бизон уже словарный запас заканчивает. Так, барабум, я пока поле укрепляю. Охуенно. К-25 не пробивает его в щеку, зато кумулятив пробил. Ну-ка посмотрим. Я не знаю, но мне показалось, это в щеку прилетело. Так у него дымится-то с борта. Да? Не знаю. Нет, ты... Долбануло. Ты ему долбанул в лоб. В лоб корпуса. Ну, здесь тур. Он не держит кумулятив в лоб корпуса, нормально. Челленджер. Я забыл, что у него там тоже такая. Конечно. А, стоп, у них кто осыпает? Да. Почему? Ну, мне его тоже особо не перелетать. Теперь. А вопрос, а в чем можно боксер убить с 30-ки? В башню бей. Морд. Блин, уже поздно. Ну, либо в башню. Уже поздно. Так, через некоторое время поплавлю. 40 очков до бомбера. Но летать мне нормально не дадут. А ты его выманивать постарайся. Выманивать? Ну ты чё, у меня денег нет на это. А он меня манит, манит и выманит. И учти, сейчас начнет летать этот вот их ПТшник, и тогда вам хана. Когда это? Как будто ты первый раз нам. Да прикинь, короче. Он же ремонтировался. А поставлю-ка я обманочки. Заебись. Пусть стреляет по пустым. Ну что с этим танком-то? Барабум, я пока двигаться не могу. Три танка на правом фланге, я, скорее всего, сначала туда полечу. Давай, ну он тебя ждать там. Ну, будет. Тут техники, что пиздец. Надо вываливать там вот это все. Лера, у меня танк. Кто у нас там? Диман, Диман. Воу-воу-воу. У тебя, если ПЗРК доступен, кинь один сюда. А у меня уже один стоит. А, куда? Вот по метке слева с крайнего. Ага, понял. Потому что у меня пока таймер на него. ЗСУ подойдет или стрелу взять, чего? Не, я тебе сказал, ПЗРК, не нужно ничего больше. Операторов? Танк работает. Да, обычный оператор. Я в курсе. Понял, кинул. А мой едет, дождись меня. Я очень рад, что он едет. Ты меня дождись. Так, ждите, сейчас буду атаковать на правом фланге танк. У тебя забыт атакует сразу ПТРК на базе. Подожди. Зерк, я понял, у нас два француза, Зерк, там помог. Слева два танка, двигаться не могу. Надо это списывать. Так, я выселяю. Держи, главное держи. Я стараюсь. Они не стоят на месте у вас. Сейчас я не смогу их уничтожать. Не ловится. Слева постреляю, а там тоже штурмовик этот. Если замерзь здесь пульт, тогда будет помню. А почему он работает? Мех.
Штурмовик. А, он там понял. Ира, мой танк приехал. Я безгранично рад. А если он еще и поможет? Да, он поможет. Слева танк выбили. Сейчас во фланг зайду. Кого? Хорошо. Сейчас я сейчас попробую зайду. Атаковать. Сейчас... О, ко мне пума, что ли, там едет или что? Есть бомбежечка небольшая. Можно слева бомбиться. Ну, может леопарду так хорошо. Вообще идеально леопарду. Спасибо за него. Я за зданием, Дима. Никак не взять меня, блядь, да? Комплект, возьми меня. Как? Ну я. Ира, один минус. Кстати, что-то здесь... А, Билан. Серьезно, Мардер выжил. А, еще и штурм. Блядь! Дожди мне там. Нихуя он не минус. Санчес, зажигай танк, блядь. Это хуйня. Милан. Ай, блядь, не... Ну, я не успел взять. Такую... Примите внимание на левом фланге, готовьтесь. КЗРК, здесь слева, левый центр. Я ухожу по дальности, но успею, не успею, не факт. Я не помню, подожди. Ах? Нет, били. Ну, пиздец. Плохо. Ну что делать? Ладно, следующий будет только через 8 минут, поэтому я сейчас беру просто спецназ и буду работать с спецназом. Копить их не имеется. В принципе, пока неплохо, единственный только справа. Нет, ребят, у нас плохо. Хотя бы защиту от... Авиации? У нас плохо, потому что да. На... это... на левом фланге два. У меня будет, конечно. Этот самый, через 40 очков будет истребитель, если чего. У меня так лагает, но ничего, у меня он не хочет под стульем стоять. Лагает. Лаги лагает. А, блин, падла, откуда? Блядь, да остановите его, пожалуйста, наверное. Собака, мне бахнули. ПТшник на центре, а, готовьтесь. Ух, бомба летит по мне. АГС. Я хуею. Папа, слева, надо шил. Бля, Санчес, там танки Я вижу, да, у меня нет танки. Я коплю. Не, я свой тоже по ошибке потерял. Несмотря на то, что у нас больше в полтора раза точек, такое впечатление, что проигрываю. Да. Сука, блядь! Ну, пока как-нибудь держитесь там слева. Блядь! Вот слева-то нормально, справа главное. Мне вот зато залипало. Попробуйте сбить его с ПЗРК, он близко. ПЗРК с ней ничего не сделаешь. Попадает просто. Блуда, блядь. Вы его рано или поздно завалите таким. Да, скорее поздно, чем рано. Ну ладно, сейчас я его истребитель. А, еще здесь, леопард седьмой. Понял. Займи вот эту хуйню. На правом фланге готовь, сейчас к вам летит штурмовик и... Аукцион. Так нечем. Зараза. Направо штурмовик. Слева танк очень такой серьезный. Хуяно. Так, чё по очкам, Юр? У меня через минуту будет танчик. Либо брать ушку. Ладно, я ушку возьму. Вот, мне нужна помощь с двумя танками. Тут 2-7. А 6-2-7. ПТшник их сел. Нужна помощь тебе. Не, нужна помощь танкам. Блядь, это пиздец, короче. Нужно брать этот странный спал. Он его починит рано или поздно, и все. Гори. Блин. Ай, классно, 2-7 сгорел от РПГ-26. Понимаю. А, блять, а что это такое, блять, что это за хуйня?
Мой РПГ промазал. Да заебись, блядь, дальше чё? Чё тут станковка, парни, поставил? Где танк? Вот. Танк сейчас далеко он не уедет, чё, да. Чё за фигня там происходит, правда? Ребят, сорян, моя вина. Но... Блять, нам вот этого не легче, блядь. Там проезд справа. Там он на трет пехоты сейчас. Да. Жду задания. Юра, забирай танк. Тяни его. Вы экипаж сначала... Не, он сгорючил. Не сгорит, забирай. Будет тебе танк. А нет, сейчас. Он ему пизда настала. Да нет, вроде... А, нет, да. Наконец. Можно ГС накрыть? Я не могу помочь. Это задолбало, а. Я пока буду ждать чё-то, что мне поможет с танком. Распределять огонь. Жду задания. Блин. Надо скаут накрыть. Наконец-то. Да, блядь. Да вы Ну, может, меня тоже. Может и победа? Не, походу нам хеста менять надо. Какая сука так лохая? Дайте мне этого человека, я ему ебало сломаю, блядь. Давайте я все проебал из-за этих.